Всем привет! Вы на канале Рецептко, и в этом видео мы приготовим вместе с вами тортик за 10 минут. Такой тортик идеально готовить, когда гости уже на пороге и надо что-то сделать к чаю. В роли коржей мы будем использовать готовое слоеное тесто. Открываем его и разворачиваем. Теперь разрезаем на две ровных части, и затем еще одну часть, и еще на две части. И одну часть нарезаю вот на такие небольшие квадратики. В итоге вот такие вот коржи должны у нас получиться. Теперь один большой корж, который мы не разрезали, накалываю вилкой, чтобы он сильно не вздувался, когда будем выпекать. И сверху посыпаю мелким сахаром. Можно также посыпать сахарной пудрой. Отправляю в духовку выпекаться. Вот такой вот золотистый корж у нас получился. Это он не подгорел, это там просто сахар поджарился. Теперь приготовим крем. Для крема я взяла 50 мл сливок, взбиваю их и добавляю сметану. Также одну чайную ложечку положила загустителя. В роли подсластителя я добавляю сахарную пудру, она у меня в комочках, но это не страшно. Все взбиваю миксером. Но крем можно взять абсолютно любой, это может быть заварной крем, это может быть крем на основе творога, абсолютно любой крем можно брать. Готовый корж выкладываю на блюдо, сверху приминаю лопаткой, чтобы не было бугров, и выкладываю крем. Чтобы крем был погуще, можно его убрать в холодильник, и тогда он стабилизируется и станет погуще. Выкладываем весь крем на корж. И сверху на крем выкладываю квадратики. Присыпаю сверху для красоты сахарной пудрой. Вот такой вот тортик у меня получился. Он очень вкусный, очень хрустящий, а готовится очень быстро. Пока коржи выпекались, я сделала крем, и вот за 10 минут у меня уже готовый тортик. Разрезаем и наслаждаемся таким тортом. Тортик получился очень вкусный, а главное, он готовится очень быстро, поэтому я всем рекомендую приготовить такой тортик по этому рецепту. И если вам понравилось это видео, то ставим пальчики вверх, а также не забываем подписаться на канал. Всем пока!